Приветствую тебя, это обзор от Mob.ua, и я Трэш. Вспомни, каким прекрасным и беззаботным было детство геймера. Те далекие 90-е, когда рождались самые яркие и запоминающиеся персонажи игр. В их числе был и Раймон. Красочный, великолепно анимированный персонаж, путешествующий по чудаковатому, но прекрасному миру. Разработала игру компания Ubisoft в сентябре 1995 года для Atari Jaguar, MS-DOS, а после и PlayStation и Sega Saturn. Мало кто знает, но первоначальная игра рассказывала об 11-летнем мальчике, который создал на своем компьютере параллельный мир под названием «Здесь круто». Когда злые существа вторгались в этот мир, он превращался в супергероя Раймона, чтобы остановить их натиск. Потом произошли некоторые изменения в сценарии, и мы увидели уже отдельного самодостаточного персонажа Раймона в классическом 2D-платформере. Позже вышел с десяток игр о его последующих приключениях, но они отошли далеко от жанра, перейдя в трехмерный мир. Спустя 20 с лишним лет Ubisoft решили вернуться к истокам в момент сильной популярности 3D-игр и не прогадали. Вышедший в ноябре 2011 года Rayman Origins стал глотком свежего воздуха. Сочная мультипликационная графика вернула Раймона в родной 2D мир, а вместе с ним и подарила нам чувство ностальгии, переносящее нас в далекое детство. Художникам удалось убедить всех, что даже сейчас платформер может тягаться с популярностью кинематографических экшенов. Кропотливый труд и вера в возрождение жанра помогли разработчикам создать поистине шедевр. Ведь игру можно считать полноценным произведением искусства. Столь красивых, ярких, красочных и веселых платформеров мир доселе еще не видел. Я не напрасно рассказываю тебе о Rayman Origins, ведь сейчас рассказ пойдет о продолжении серии, которая вышла на Android, Rayman Jungle Run. Те же авторы, тот же двухмерный, смешной и безудержно яркий мир, точнее говоря, его малая часть. Помнишь бонусные этапы из Origins, где ты, не останавливаясь, преследовал сундуки? Вот по духу Jungle Run близка именно к ним, с той лишь разницей, что ты никого не преследуешь, а поворот назад технически невыполним. Задача Rayman — собрать как можно больше люмов, этаких спящих светлячков, и добежать до финишного флажка. При сборе всех люмов на локации в награду ты получаешь изумруд, который служит зубом для местной смерти. Собрав 5 зубов, ты получаешь доступ к дополнительному уровню, отличающимся еще большей сложностью от всех. Помимо собирания светлячков, в нем будет необходимо пробежать раунд за как можно меньший промежуток времени, а время, за которое ты его пройдешь, будет отображаться в онлайн-таблице рекордов. В общем, как ты, наверное, уже понял, из 2D-платформера игру превратили в раннер. Сюжетной линии тут нет. Есть 4 главы, в которых по 10 уровней, каждый из которых тебе нужно проходить одной из 4 способностей. Сначала у тебя есть только прыжок, затем ты учишься планировать в воздухе, бегать по стенам и под конец пинать всех направо и налево. Короткие стремительные забеги по головокружительным локациям не успевают утомить. Да и баланс сложности выдержан идеально. Управление очень удобное, к нему привыкаешь сразу. Одна кнопка на одно действие, проще не бывает. А графика вообще заставляет незаметно пускать слюни, открыв рот. Каждый уровень наделен своим личным шармом и музыкой. Наверное, именно по причине прекрасной картинки и простого управления Jungle Run не раздражает, не надоедает, а лишь расслабляет, даря море удовольствия. Все настолько качественно и великолепно, что глаза не хочется отрывать от планшета. Да ты и сам сейчас это видишь. И при всей этой красоте игра не подтормаживает и не глючит. Итак, подсчитаем плюсы. Потрясающая графика, шикарное музыкальное сопровождение, великолепная анимация и геймплей, удобное управление и низкие требования, при весе всего в 100 мегабайт. Минусы. А минусов для игры такого уровня у меня и нет. Ну, разве что желание и надежды на полноценное портирование Rayman Origins. В общем, настоятельно рекомендую данную игру по меньшей мере 3 раза в день, и уныние пройдет как не бывало. С ней тебя ждет самое приятное и беззаботное времяпровождение за Android. Скачай и окунись в сказочный мир Rayman Jungle Run. Хорошего тебе настроения. Это все, что я так хотел тебе рассказать. Если тебе понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал, рассказывай братюням и вступай в группу. Там еще много интересного. Это был обзор от Mob.ua. И я Трэш. До новых встреч!